Отель Пегас, Роза Резидент Біч. С правой стороны диванчики, кресло и гид или один или два сидят с Пегаса. С левой стороны ресепшн. Можно на лифту подняться и пойти. Там лестница есть, рестораны. Либо туда, либо вот вниз тоже. Да. Тоже рестораны и комнаты. Мы же пойдем в ту сторону. Сразу за поворотом стенд с информацией о выезде, проезде и первый бар. Также есть диванчики, кресла, комната отдыха. И комнаты уже начинаются вот здесь. Лестница. Также в подвале есть фитнес. Можно подниматься на лифте. И вот что есть здесь. Показываются стрелочки, комнаты. Также здесь туалетная комната, мужская справа, женская слева, перед баром. Чай, кофе можно самому сделать, кофейный аппарат, кипяток, чай здесь есть, диванчики, кресла. Есть бильярд, можно на приставке поиграть, но это уже платно. Кажется, $5 бильярд стоит час. Настольный теннис бесплатно. Дальше проходим и видим один из двух бассейнов, лежаки. Также столики здесь, можно обедать, ужинать, завтракать здесь наверху. И вот он, самый большой бар, который возле пляжа находится. Там почти вся эта очередь. С правой стороны турецкая кухня, скажем так. В основном фастфуд. Сейчас зайдем в нее. Потом в основной ресторан. Тут салаты. Хлеб. Видим гарниры всякие. Бургеры. Шаурма, но только без лаваша, просто насыпают. Также тыса есть и картошка фри.